сначала освобождаешь себе руки любым способом, который тебе удобен. Так, вот. Угу. Значит, давай сначала прикус. Пожалуйста, прикус. Может быть, эксперт сама будет смотреть прикус. Может быть, она тебя попросит, да? Угу. Старайся глаза не закрывать. Да. Вот так. Чуть-чуть на меня такой голову подними. Да, 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 да. Угу. Хорошо. Хорошо. Можно похвалить собаку. Теперь, значит, эксперт начинает там собаку смотреть. Породники очень долго смотрят голову. Не говори вообще. Все, после этого можно, когда ты видишь, что как перешел эксперт уже дальше, начал трогать, что-то там вот какие-то смотрит, анатомию проверяет, длину хвостика, кстати, что у вас там хороший хвостик. Вот. Можно в это время собаку можно аккуратненько кормить, не так, что она все время жрет. Да? Ну, конечно, если она в сильном нервике, можно попытаться ее на кусок переключить. А так вот там, не знаю, там неспешно кусочек даешь. И она ест. После того, как вот ты за экспертом тоже смотришь, да? После того, как эксперт, ну вот отошел буквально на шаг, он это делает для того, чтобы оценить общий вид собаки. Поэтому, хорошо. Руки освободись и брось его в поводку. Голову главное зафиксируешь. Не-не-не-не-не. Собака совсем без поводка находиться не должна. Зафиксировать лучше вот здесь. Тогда он точно никуда не денется. Мало ли что свалит. Мало ли что свалит. Ну, да, тоже верно, может. Да? То есть, либо вот, как, господи, под нижней челюсть. Да, отлично. Вот досталось собаке уши. Попробуй встань прямо перед ним. Старайся все время перед ним. Добавь на меня лица ему. Давай посмотрим просто. Я хочу посмотреть, как ему более выгодно для него. Я думаю, что, Кать, я думаю, что лучше показываешь более на эксперта. У него длинноватая голова, ну, как бы он сам крупноват, у него голова пропорциональна. И у него очень красивый разрез глаз, поэтому лучше показать именно лицо. Давай еще попробуем немножко. Сама чуть-чуть сюда придвинься, сама. Во. И головы. На меня еще немножко можно добавить. Отлично. Все. Держишь. Поняла, для чего нужно вот щечки фиксировать, да? То есть, в принципе, он никуда не двигается, он хорошо стоит. Дала кусочек. Все. С вами пока все. Оль, давай теперь с вами попробуем.